отчего люди не летают, как птицы. Сейчас бы раскинуть руки и полететь. Этим вопросом задавался, наверное, каждый из нас. И мы, конечно же, не исключение. Мы собрали специальный совет 15-го отряда, чтобы подумать, каким образом можно отправить человека в полет. Первый способ, пришедший нам в голову, конечно же, использовать воздушные шарики. Для этого шарики нужно сперва надуть. Нам понадобится очень много шариков. Чтобы человек с шариками не улетел, держим его за ноги. Когда человек будет готов к полету, резко отпускаем руки. Давайте попробуем еще раз. Кажется, снова неудача. Конечно, ведь для человека весом 16 кг нужно 3500 шариков, а у нас их всего 30. Зато вот эту маленькую бумажку шарики точно смогут поднять в небо. Второй раз совет 15-го отряда решил изготовить крылья. Сперва мы изобразили наши крылья в чертеже. Затем сделали профиль крыла из бумаги. По контуру нашего профиля мы создали проволочный каркас для того, чтобы крыло стало жестким. Следующим шагом было вырезание самого крыла из нашего куска ватмана. Для того, чтобы крыло претерпело меньше повреждений, мы обтянули его специальной пленкой. И уже после этого мы подумали о том, как прикрепить крыло к руке. Наши дизайнеры долго трудились над крылом и создали совершенно уникальный рисунок. И, наконец, наступило время наших летных испытаний.